сорт томата розовый пушистый кабан. Этот сорт селекции США от Брэда Гейтса. Среднеранний сорт. Высота куста достигает примерно 1,20 м. Посынкование я не посынковала, не знаю, не требует. Но подвязать к опоре все же нужно, потому что сорт урожайный и куст может не выдержать. Вот такие вот интересные по форме и цвету плоды. Они матовые, пушистые, розовые разводы на желтом или желтые на розовом. В общем, вот такие вот красавцы. В среднем масса плода может достигать 150 грамм. У меня этот 115, потому что на кусту изобилие этих плодов, и все вытягивают до положенного размера. Этот томат со сладким фруктовым вкусом, супер урожайный, подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте.